Время у нас сейчас 10 час, без 5:10. Паля поймала мышку. Вот она ее таскает туда-сюда. Поймала на хлебе, вот Буска тоже сидит. Я увидел, услышал, вернее, шелест, вот здесь мышки. Вот он сейчас за ней. Глупая. Паля, ты че это? Она же очень быстро бегает. О, молодец. Молодец. Паля, будь аккуратней. То лишишься своей добычи. Не знаю, откуда с ней деться, с этой мышкой. Это для нее очень интересно. Своей добычи. Бойцы с кабуни не забрали еще ее. Паля, будь осторожней. Если отпустишь, она убежит сразу у тебя. Вот здесь вот она среди хлеба у нас ходила. Хлеб сушился. Вот здесь ее поймала. Я услышал шелест. Сразу быстро. Паля. А это, конечно, забава. Живая мышь, настоящая мышь. Паля, упустишь мышь, смотри, доиграешься. Он Буску видала. Буска-то не упустит. Буска, отдай ей, это ее добыча. Отдай мышку ей. Мышку отдай. Буска. Отдай мышку. Буса, нельзя. Это ее добыча. Буса, нельзя. Нельзя, Буска. Та ж бедная рычит. Моя добыча, да, Поля? Моя. Буска, нельзя. 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 Буска. Нельзя. Ну что такое-то, а? Ну, не ты же поймала мышку-то. Зачем ты упали забираешь? Вот поймаешь, и будет твоя добыча. Поля, молодец. Умница наша. Мамку вся. Смотри, не упусти мышь. Ты тут не поймаешь у нас среди вещей всех. Че, упустила? Ну что ты такая-то? Паля, ну что ты такая-то глупая? Первую свою добычу упустила. Как же так-то? Глупая еще. Мышка уже все убежала. Эх ты. Нету нигде этой мышки. Все. Доигралась.
все заложено. Сразу ты мне не достанешь. Эх ты, паля-паля. Пустила свою первую добычу. Она еще могла хоть куда нырнуть. Так, первый опыт нашей пали, что на мышек нельзя так с ними играться. Ей тоже жить охота. Тварь этой. Тоже мышка шебуршала. Трещит мышку. Мышка уже, наверное, хвост простыл. След простыл, как говорят. Исчезла, куда-то убежала. Видать, он спит. Господь дает. Сон своему возлюбленному написан. Что интересно, подпол я открыл. Вышло только две кошки. Первая это паля вышла, а вторая буска. Че, паля? Что здесь? Подножки. Наши охотницы ловят быстрее.
проводят. Поля, поля. Так, значит, загружает сейчас собрание. Даст Бог, выставит завтра, наверное. Расспросят люди, чтобы собрание было на следующий же день. Чтобы можно было какое-то принять участие, помолиться о тех людях, о ком говорилось. Здесь тоже мышкам поородовали, видно. Почему я услышал здесь шорох в этой, где иначе наш голубей держит. Вот. Сразу решил кошек достать. Но главное, конечно, меня побудило то, что я увидел мышку вот среди хлеба. И палец сюда кинул, и она сразу тут же ее поймала. Та побежала, а мышка, и она ее там среди этих вещей на кровати первом этаже поймала. Ну вот начала забавляться и упустила. Буска бы, конечно, не дала этому делу. Но у нас тут настолько все стеснено, что мышка может в любой момент сбежать. Все тогда. Видимо, уже мышку мы не увидим сегодня. Там сидят обе. Ждут, что может мышка все-таки где-то есть. Такая работа у кошек. Она невидимая, но работы без нее никак, без этих кошек. Ходит бесшумно, тихо. Их упустили, такую добычу, да, Боска? Не дали мне, вот упустила Паля по своей глупости. Сейчас мышка может не прийти, бояться будет этого места. Ладно, слава Богу за все, конечно. Аллилуйя.